Привет, друзья, всем огромное, пламя итальянский чао. Как вы видите, мы налегке, у нас к нам жара пришла. И я вся в обновках, вся в обнимках. Ну, в обнимках, в обновках. Не в том смысле вся, а ну почти вся. Как вы видите, я сделала ресницы. Я теперь с ресницами. Мне постоянно на ум приходит эта песня. Хлопай ресницами, взлетай, братья Гримм. Вот, так, у меня новый педикюр, у меня новые штаны на мне. Новая, кстати, вот эта майка, рубашка. У нас недавно, кстати, прошли грозы и молнии, а вот, я не знаю, как на родине, я не помню, но вот здесь в Италии говорят, что после первой грозы вот уже наступает жара. Действительно, у нас в апреле еще было уже тепло, достаточно тепло, но не было именно такой летней жары. Вот, и вот недавно у нас буквально прошла гроза, были кое-какие молнии, вот, но гремело конкретно, и вот все у нас позавчера и вчера уже просто пекло, вот, все, пришла жара, вот, ну, наш газон я еще не поливала, потому что, слава богу, травка подросла, и земля под травой достаточно еще влажная, вот, уже как бы тень сама себе создает, ну, посмотрю, может быть, может быть, как говорится, после сегодняшней жары надо будет полить, посмотрим. Хотя сегодня вечером обещают дождь, так что пока что не поливаю. Ну что, суббота пришла. Вот. Рыбки такие там плавают, рыбешки. Там слово в китайский бар зашли, тут вкусно капучино. И спокойно. И можно, как говорится, найти место для парковки. И вкусно капучино. Ёлки-палки, я же еще забыла, какая у меня еще обновка. Я же постриглась. Смотрите, помните, у меня были длиннее волосы, еще кучерявились на концах после последней химической завивки. Вот, но у меня были непонятно, не ровные, а именно вот такие вот какие-то волосы, типа каскады, типа округленные. Вот, я постриглась, посмотрите, сама себя постригла. Короче, я нашла на просторах Ютуба именно видео, где можно самой себе сделать каре. А я так и хотела, типа каре по плеч. Вот, как самой сделать, очень, как говорится, более-менее удачно, очень ровненько. Ну, не очень, более-менее ровно. В общем, у меня, конечно, может быть, не сильно профессионально, не сильно ровно получилось, вот, но зато я довольна, потому что у меня раньше, когда я пробовала себя так стричь, у меня никогда не получалось, а этот метод действительно очень удобный, очень хороший, мне понравилось, вот, ровненько, и сзади получается чуть-чуть вот так вот, вот, не прямо и ровно, а вот чуть-чуть вот так вот сзади. В общем, нормально, я довольна, короче. И сегодня утром побыстренькому утюжком прошлась, потому что на концах у меня все равно остались кучеря, вот, чтобы были волосы более-менее ровны. Так что сейчас, как видите, уже без резиночки, без заколочек, уже так, налегке, просто за уши, когда надо и все такое. В общем, все, вот такая вот у меня еще обновка, вот так, после последнего моего видео, где вы меня видели, видите, сколько всего. Майка новая, штаны на мне новые, клетчатые, тоже черно-белые, вот видите, какие. Олег Попов вышел на арену. Вот, педикюр, глазки, ресницы, еще и прическа. Так что, в общем, весна, обновляемся. Конечно, весна уже давно началась, но дело в том, что у нас, я говорю, вот эти вот холода, вот непонятно, какая весна, вот эти дожди, сезон дождей, и вот, наконец-то, жара наступила, и прямо хочется что-то обновлять на себе, в себе все такое. Вот, я еще что решила, еще решила записаться снова, взять абонемент в фитнес-клуб, свой любимый, вот, именно где там с бассейном, чтобы делать и водные гимнастики, и просто плавать, и загорать там, потому что там, как говорится, бассейн, он, крыша закрывается, крыша стеклянная, как закрывается, так и открывается, в общем. И там есть своя поляна, травка, зонты, где можно лежать, даже лежаки можно брать и загорать. В общем, мне нравится очень этот фитнес-клуб и все такое. Так что возьмусь как-нибудь за себя действительно, как говорится, и снова запишусь в фитнес-клуб и все такое. Буду искать возможности находить время, именно ходить, заниматься именно в клуб уже дома. Хотелось, вот думается, вот нет, зачем фитнес-клуб, если можно дома заниматься, можно дома там всякие там упражнения, гимнастики делать, и тренажеры, может тоже у нас есть сколько-то тренажеров. Но дома постоянно дела, постоянно ты начинаешь что-то делать, оп, тебе что-то вспоминается, надо то сделать, и все, и заканчиваешь. Вот. А если ты туда пойдешь, ты там все, ты уже не можешь оттуда уйти полтора часа, пока ты не сделаешь все, что тебе надо. Так что вот думаю тоже пойти и записаться. Дарину. Си.
тушься. Так, а вот и наша травка. Уже, наверное, скоро будем подстригать ее первый раз. Только что пустила, наконец, соседскую собаку. Давно мы ее не пускали к нам. Пусть она поиграет, побегает с Санцией. Но она не умеет играть, поэтому Санце скучно с ней. Потому что она не умеет играть ни с палочками, ни с мячиками. Бедная собака. Санце, давай Джакарику нала. Побежали, побежали, побежали. Браво, браво. Браво, Санце, браво. Молодцы. Так, мы сегодня с утра прикупили еще две пассифлоры, потому что мы здесь посадили, вот, чтобы, как говорится, пассифлора разрослась по этому забору новому. Но, блин, что-то эти кусты не сильно в рост идут, не сильно быстро. В общем, ждем, когда они вырастут, долго ждем. Потом здесь посередине тоже вообще не растет, остановился. Вот тут цветок был недавно, вот он, как говорится, уже отцвел, тоже не растет что-то почему-то. И вот здесь вот с этого края тоже, вот он самый длинный, вот он очень медленно растет, и мы непонятно, вот будут цветы, посмотрим, вот видите, тут бутончики уже есть, будут цветы, посмотрим, что за цветы. Вот, не сильно похоже на пассифлору, может это какой-то гибрид, вот, но не сильно быстро растет. В общем, я здесь траву надо почистить. Посажу рядом, по краям именно, потому что мы взяли только два кустика. В общем, сейчас я займусь этим. Мы сегодня нашли в супермаркете новое мороженое, инжировое. Вот попробуем. Смотрите, какое оно зелененькое. Такое интересное. Сейчас попробуем. Где-то церковь бомбит колокола. У нас 5 часов вечера. Мы приехали к Люде. Люда живет вот в этом доме. На первом этаже. Сделать, чтобы она сделала для Рину массаж. Потому что в последнее время постоянно спина побаливает. А он давно не делал массажи, и я ему прям заставила, пошли к Люде, чтобы она тебе сделала массаж. И, в общем, у нас сегодня свободный вечер, потому что Никита пошел ужинать с друзьями в город, там гулять. И мы с Риной решили потом после Люды по аперитивчику пойдем в баре посидим, там поужинаем и по коктейльчику выпьем. Вообще колпаки для сисюлок. Для чего? Для груди. А да ладно? Серьезно? А точно, смотри, поднялось, как будто груди у него появились, поднимается. Это Люда раздрабливает его, как мышцы, нервы раздрабливает. Молодец. Рино, помали? Но. Но? Оно Но оно, смотри, так напухает. Не, оно даже приятно. Вытягивает кожу. Я тебе в следующий раз, что ты попробовала. Оно даже приятно. Сейчас на манок и покажи. У Рино, пойти пачу беды робить. Спомните. Ой, у нас тут манифестация какая-то. Но не она манифестационная. На радио, какой-то дженера. Да, что-то там, какой-то праздник идет. Вот здесь всю парковку закрыли, короче. И тут центр очень тяжело проехать. Полиция везде. C'è una uno vestito da fata, là, un uomo. Красиво как. Так, все, мы сделали массаж. Попрощались с Людой. Сейчас припаркуем машину где-то и пойдем, как говорится, на аперитивчик. Сегодня гуляем. А, вон наш Костелло старинный, сварцовский. Нам все могла проехать центр, потому что тут пробки такие. В это время как раз выходной. Офигеть. О, у нас и здесь что-то происходит для деток. Тут какие-то матрасы, прыгалки, батуты. О, сколько народу гуляет. Ой, хорошо, что этот дебильный режим прошел. Пандемия уже. Видишь людей нормальными лицами, они в этих намордниках. Так, ну что, мы идем в сторону бара. Ой, уже против солнца зала. Жены в магазине, мужа на улице ждут их. Вот так всегда. Ой, музыка где-то гремит, надо выключать камеру. И что, все в платках? Что-то сейчас, наверное, будут говорить. А на улице уже мест нет, придется внутри сидеть. Это вот это наш любимый бар. Так, нам принесли напиточки. Я в этот раз взяла джамайку. Там еще и манго, я манго обожаю. Рина как себе сприц. Мы пока закуску ждем, приносят, видите, картошку фри, но я это не ем, буду ждать закуску. Конечно, попробую сейчас. Я говорю, сейчас только размешала свою красоту, смотрите, какой цвет получился поносный. Но все равно это очень вкусно, я попробовала уже, очень вкусно, конечно. Я постоянно разные напитки, разные коктейли беру, пробую.
Так, а вот и закуска. Вот такая вот гора, это на двоих. Представляете? Тут картошка обалдеть какая вкусная. Ну что, там пиццы всякие, покачи, картошка. В этот раз нет моцареллы и помидор. В прошлый раз жалко. Ничего. Рина мне говорит, как это называется, я не могу никак понять. Сейчас я ее съем. Сергей? Ну, хотел в интернете посмотреть, как это называется. Интернет тут не ловит, елки-палки. А ну? Словил? Пасалиспер... Язык поломаешь, блин. Не-не, я не знаю, как это называется. Блин, слух.